В поселке Нижний Куранах Алданского района высадился десант журналистов. Сотрудники республиканских СМИ начали сбор материала для проекта «Достояние республики» холдинга «Сахамедиа». Цикл статей и публикаций о промышленных предприятиях Якутии откроет материалы горнорудной компании «Алдан Золото», флагмане золотодобывающей отрасли. Тему продолжат алданские коллеги. Медлить не время. План работы обширный. В поселке Нижний Куранах высадился журналистский десант в составе сотрудников республиканских печатных и виртуальных средств массовой информации. Цель визита – сбор материала для публикаций и сюжетов. Холдинг «Сахамедиа» реализует проект, призванный отразить специфику и масштабы деятельности крупнейших промышленных предприятий Якутии. Откроет цикл «Материал о горнорудной компании «Алдан Золото». У нас стартует проект, называется он «Достояние республики». Мы рассказываем о всем жителям Якутии со всех наших площадок, а это газета «Якутия», газета «Сахасеры», сайт «ЕСЯ», «Эдерсас» о промышленности Якутии. То есть, и мы решили начать именно с «Алдан Золото», потому что это пионер вообще промышленности у нас в Якутии. Объемы перерабатывающей руды и добытого золота, защита окружающей среды, разведка новых месторождений, укрепление кадрового потенциала и социальная политика компании, актуальные направления, модернизация производства и перспективы развития. Сопровождающие гостей сотрудники «Алдан Золото» подробно и обстоятельно отвечали на все вопросы журналистов. На предприятии реализуются на сегодня два стратегических крупных проекта. Это развитие техническое перевооружение фабрики с увеличением производительности и развитие кучного выщелачивания. Конкретно проект кучного выщелачивания с переработкой по году 1,5 миллиона тонн. Журналисты побывали на месторождении ИДЛБ и участке кучного выщелачивания рудника Куранах, посетили цеха ЗИФ, ознакомились с некоторыми этапами многоступенчатого процесса производства драгметалла. Десант для журналистов оказался чрезвычайно плодотворным и интересным. Большой пласт будущего материала будет посвящен людям, труженикам, добывающим богатство из недр земли. Татьяна Вахнина, Сергей Шипачев, НВК Саха, Алдан.